Ну, у меня еще здесь, вот, допустим, если я вот эти очки заберу, то я активирую мегаящик. Я не знаю. Ну ладно, окей, еще. Да ну! Да! Всем привет, ребятки! Вы на канале Funny Games TV. Мы играем сегодня в Brawl Stars, и у меня для вас хорошая новость. Вышли 2 новых гаджета. Смотрите, это на Рика у нас, надувной замок. Следующая атака Рика восполнит ему 300 очков здоровья за каждый отскок пули зарядов на матч 3. Прикольный гаджет такой. То есть ты попадаешь, получается, своего врага, и тебе восстанавливает ХП. И, кстати, смотрите, это баг или фича, но 99 гемов стоит один из гаджетов и 1000 голды. Что? Я сначала, когда увидел, что за гемы гаджеты, думаю, что теперь за гемы будут гаджеты продаваться. И также смотрите гаджет «Спокойной ночи» на Сэнди. Следующая атака Сэнди погружает противника в сон на 1.5 секунды, и противники проснутся, если получают урон. Зарядов на матч тоже 3. Давайте заберем сейчас вот эти 2 гаджета. У меня голды здесь много на моем основном аккаунте, поэтому я их куплю, пожалуй. Вот. И мы сегодня с вами их испытаем. Так, также у нас здесь что, есть подарочек? Да, давайте его заберу. И я до сих пор не могу выбить Сквика на этом аккаунте. Я хочу забрать вот эту акцию, ребят, которая называется «Привет, июль». 5000 голды и 11 мегаящиков. Может, мне повезет и все-таки выпадет Сквик сегодня, ребят. Давайте это узнаем. Но сначала мы испытаем с вами гаджеты. Пошли, найдем нашего Рико. Пойду я в награду за поимку. Хочу посмотреть, ну, чтобы не слить, короче, кубки свои. У меня и так тут их немного. Вау, что за карта сегодня, офигенно. А, и мы все вверху, понимаю. Ой, жесть, ой. А, и мы всех шатали. Хорош, хорош, давай, быстрее бежим. Нет, не успеваю. Так, активирую гаджет. ХП, я не знаю, блин, я не увидел. Успелось ли что-то восстановиться у меня или нет? Ай-яй-яй! До свидания! Да блин, как ты убежал? А, нет, он не убежал все-таки. Окей. Не-не-не-не-не, бро, отстань! Ой! Вот это ульт! 3-4-3-6, что? Не! Это какая-то... Что? Как мы проиграли? Давай, вот этот, как там тебя? Как зовут? Давай, блин, выноси! Как тебя звать-то? Я забыл, блин! Эдгар, во, вспомнил. Блин, почему я забываю, как их звать? Так, подожди, ну-ка надо испытать. Чё-то я не понял, как этот гаджет работает, ребят. Давайте испытаем. Смотри, вот он мне наносит дамагу. Я активирую гаджет. Отскок. Пам-пам-пам-пам-пам. Через стенку. От стены надо именно, чтобы отскочило. Вы серьезно? То есть активирую. Пам-пам-пам. Все, что попадает от стены, то и восстанавливает ХП. Ну прикольно, прикольно. А ульта, интересно, входит в это или нет? Ну, ясно, непонятно. Ясно, непонятно. Окей, давай посмотрим теперь, кто у нас там с Сэнди. Где у меня Сэнди? В бою попробуем, испытаем его. А потом поглядим в испытании, собственно, как это работает. Давай, короче, непонятно. Ладно. Так, допустим, я активирую гаджет. Хоп, ага, и Тара застыла. Понял. Я активировал. Кого попал? А, ну все, если я в тень попал, то все, я гаджет слил, получается, да? Окей, окей. Ух, жесть, боль под банкой. Да вы серьезно? Да ё-моё, сколько Тара там кидает эту ульту свою, это жесть какая-то. До свидания, Вольт. Отлично. Вольта уничтожил, по крайней мере. Так, хорош. Хорош, хильтесь, пацаны, хильтесь. Минус вольт. Ой, как отлично. Да блин, наш вольт, вот балбес. Что ж ты делаешь? Есть, минус пчела. Хорошо, хорошо, пока все хорошо. Ебой, мы затащили еще. Отлично. Короче, получается, усыпляет этот гаджет, да? Так, давай еще раз глянем в испытании теперь. В бою ничего не понятно, тем более сегодня испытания такие. Вот я активирую, он заснул. Сколько это длится? А, и все. А там написано было, что он проснется, если по нему ударить. Также написано. Следующая атака Сэнди погружает противника в сон на 1.5 секунды. А, на 1.5 секунды. Все, понятно. Это я тупанул, да, все правильно. На 1.5 секунды он засыпает. Может проснуться, если ты его сразу ударишь.
Понимаю, прикольно. Ну, неплохой такой гаджет. Не знаю, возможно, и можно будет им пользоваться. Но, может быть, даже он и лучше, чем снотворное. Кому как. Возможно, в каких-то ситуациях он пригодится. Ну, а мы с вами переходим, так сказать, к сладенькому. Мы покупаем с вами вот эту акцию. Поехали. И давайте... Давайте, нажмем лайкусик, что ли, или там кулачки зажмем, чтобы мне выпал такой сквик. Смотри, мифик, 2,7%, до сих пор это фигня. Все, ладно, поехали, давай, не будем ждать долго, поехали. А, платеж выполнен, что так долго, обработка шла, ребят. 5000 голды залетает, отлично, ну что ж, все, поехали, ребят. 11 мега ящиков, пожелайте мне удачи, я очень хочу сквика выбить. Это, единственный, наверное, бравлер, которого я так с трудом выбиваю, вот реально. Давай, поехали. Раз, 570. Два, 558. Три, 646 голды. Четыре, 614 голды. И жетоны, удвоители, вернее. Ладно, так, пять, да, пятый ящик. Пять, 619. Шесть, 500, ну... 7400? Еще меньше голды стали давать. Да что такое 670? Сколько там уже ящиков? Я уже сбился, ребят. Ну, все, наверное, последний уже, да? Да? Да. 11 мега ящиков открыл и нету сквика. Вы серьезно? Да как так? Это самое жесткое. Это самое жесткое, ребят. Никогда так не везло. Я не понимаю, как это происходит. Ладно, у меня еще есть маленькие ящики здесь вот. Окей, мега ящики есть. Что? Как это работает? Так, надо забрать кристаллы. Это просто жесть какая-то. Никогда такого не было со мной. Вот реально, никогда. Мне всегда везло на выпадение. Я всегда выбивал. Что? Что, простите? Так, ладно. Голду забрал. Так, большой ящик. Нифига. Голды море, вот, голды и все, тут супер-пупер, голды дофига, а сквика нету. Как? Он же всего лишь мифик. Он же всего лишь мифик. Ну, или кто он там? Эпик, мифик, шмифик, не знаю я. Я хочу просто, чтобы сквик у меня был в конце-то концов. Все, осталось 2 мегаящика, ну, ничего не выпадет, по-любому, потому что, с 11 мегаящиков ничего не выпало, а с двух прям выпадет, да, ага, сейчас. Вот, последний мегаящик, ребят, последний. 380 вообще голды дали, вы с ума сошли, что ли? Я не понимаю. Ну, у меня еще здесь вот, допустим, если я вот эти очки заберу, то я активирую мегаящик. Я не знаю, ну ладно, окей, еще. Все ящики мне пришлось потратить. Что? Жесть, да как это работает? Жесть. Так, сразу скачиваем в него очки силы. Ой, теперь очков силы мне не хватит, чтобы его, апнуть, да? Ё-моё, это вообще, это рофл какой-то. Реально. Давай, вкачивайся. Ой, жесть, ребят. Что вообще происходит? Так, все? А, нет, еще есть. Ну, давай, прокачаем. Жесть, сколько в него? 1100, еще 200. Не, давай его сначала прокачаем. Выпал все-таки сквик, что? Офигеть, сколько я потратил на него, ребят, ящиков. Это просто жесть какая-то. Так, да, еще не хватает мне, чтобы его на фулл апнуть. Понимаю. А че я его не выбрал? Вонючий ты сквик. Давай, иди сюда, ты... Слюна ты гадкая. Так, прошлый сезон. 200 очков еще в него вкачиваем. Ну, остается чуть-чуть, да, и он будет фуловый, в принципе. Ой, как хорошо. Ёлки-палки, лес густой. Офигеть. Это просто жесть, ребят. Одиночка, пошли, испытаем эту вонючую слюну, говсятину эту. Ой. Офигеть, очуметь просто. Просто очуметь. 11 мегаящиков, и он не выпадает. Ты что? Ёлки-палки, а? Давай, слюна, иди сюда. Офигеть, вообще офигеть. Моей радости просто нет предела. И слюна достаточно долго у него, смотри, накапливается. Тю-тю-тю. 1620, окей. Ну сейчас вот заберет этот ящик.
под тремя банками забирают на восьмой силе. Окей, ладно, пошли попробуем кого-нибудь убить. Кто там у нас? У нас там Бо. Ой, как хорошо. Ой, привет, Роза. Ну, это боты. Как бы, понятное дело. Давай, что там? Брун. Ну, отлично. Хорош. Убиваем. Так, забираем. Блин, зачем я столько слюны трачу? О, привет, Шелька. О, ты куда? Эй, подожди. Подожди, бро. На, слюны мои отведай. Ебой. Отлично, затащил. Блин, класс. Из всех тех бравлеров, которых мне приходилось выбивать, это самый сложный. Нереально просто. Я за ним гоняюсь уже сколько? Полмесяца точно я за ним гоняюсь. Открыл там, до этого я открыл 60 где-то ящиков. Он не выпал. Потом еще 30, он не выпал. И вот сейчас. Что? Акель Прима, ты куда? С ума сошел? Ты хочешь быть в моей слюне? Здесь. Грязный, давай, вонючий. Эй, куда ты пошел? Вот так-то. Будешь знать, как бегать. Ой, да вы чё? Вы сумасшедшие! Ой, жесть! Тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, Роза! Тихо, Роза! Я автоатачу, ребят, потому что, ну... Пофиг. А, сейчас Роза меня заберет, нет? Нет. Ай, блин, да ты достала. Чё-то увязалась за мной, а? Ты же вот не догонишь меня все равно. О, еще и банка здесь большая. Ну давай, Розочка, иди сюда. Сейчас же я тебя под коктейльчиком-то быстренько слюной своей закидаю. Дед там? Роза, детка? Роза? Лес вплотную к ней подойти. А куда она делась? Ой, у меня и банка теперь исчезла. Давай. Запарила. Ух, сколько слюны она в себя впитала. И все, взорвалась как пузыречек. Ух, отлично, ребят. Ну что ж, на этом, наверное, я закончу на сегодня. Блин, все-таки мне удалось это сделать. Правда, пришлось потратить 500 очков. Ну, 500 вот этих очков мне пришлось конвертировать в мега-ящик. Но, тем не менее, я выбил его такие. Офигенно, офигенно. Но я все-таки надеялся, что выпадет с 11 мега-ящиков. Ну, как ты видишь, нифига. Ладно, хотя бы так. Теперь обидно, что у меня нету на этом аккаунте Brawl Pass. Причем на бомже и на твинке есть Brawl Pass, а здесь нету. Что, как это? Не знаю, ну так вот получилось в этот раз. Ого, сколько там банок валяется и всего валяется. Короче, вот такие вот дела, ребятки. Спасибо, что посмотрели этот видосик. Спасибо, что прожали лайкусик. С вами был Киберфотка. Он же Funny Games TV, он же Максим, и он же теперь Сквик! Сквик непобедимый. Так, где ты? Ай, убежала. Ладно. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лукасы свои большие. Эй, Роза? Роза? Да, блин, пиши бегать. Ну, правда. Ну, зачем? Какой смысл это? Что? За банкой побежала? Серьезно? В дым? Понимаю.